Семена огурца китайский император F1, китайский император F1, принадлежат к сорту, который позволяет собрать большой урожай сильно вытянутых плодов. Отличается гибрид очень дружной отдачей урожая и скороспелостью. От всходов до созревания проходит около 42-45 дней. Огурцы китайский император F1, длина которых достигает 40 см, а средняя масса – 400 грамм, идеальны для свежего потребления. Кожица плодов темно-зеленая, блестящая, крупнобугорчатая. Огурец китайский император F1 – это однолетнее растение. Огурец прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. В качестве места выращивания огурцы прекрасно подходят тилипцы А и открытый грунт. Огурец китайский император F1 имеет ранее спелый срок созревания. Плоды огурца созревают в месяце июнь. Масса плодов приблизительно 400 грамм, но, конечно, зависит от условий выращивания. Форма у плода цилиндрическая. Можно потреблять в свежем виде. Обратите внимание, что огурец китайский император F1 – самоопыляемый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.